Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4, урок 15. Реши уравнение. Первое. 3,5 прибавить а. Минус 2,1 равно 5. В данном уравнении у нас неизвестно уменьшаемое. Для того, чтобы найти уменьшаемое, мы должны к разности прибавить вычитаемое. 3,5 плюс а, это наше уменьшаемое, равно 5, это наша разность, прибавить 2,1, это наше вычитаемое, равно 3,5 плюс а равно 5 плюс 2 – 7, и еще 1/6, 7,1. Далее, в простом нашем уравнении, в упрощенном, у нас неизвестно второе слагаемое. Для нахождения второго слагаемого мы должны от суммы отнять известное первое слагаемое. А равно 7,1, это наша сумма, отнять 3,5, это наше известное первое слагаемое. И мы получим А. Оно у нас получается равно 6,7 минус 3,5. Число 7,1 мы преобразовали в число 6,7. Для этого мы у семерки взяли единицу в долг и представили ее в виде дроби 6/6. 6/6 прибавили 1/6 и получили 7/6. А равно 6 минус 3 равно 3. А 7/6 отнять 5/6 мы получили 2/6. Таким образом, в данном уравнении А равно 3,2. Второе уравнение. 8,6 минус Б плюс 9/13 равно 4,2. В данном уравнении у нас неизвестно вычитаемое. Для нахождения вычитаемого мы должны из уменьшаемого отнять сумму. То есть b плюс 9/13 равно 8,6. Это наше уменьшаемое. Отнять 4,2. Это наша разность. Получаем b равно 8,6 минус 4,2. У нас получается 4,4. А чтобы найти неизвестное первое слагаемое, мы должны отнять 9/13. Получается b равно число 4,4 мы представили в виде числа 3,17. У четверки заняли единичку и представили ее в виде дроби 13/13, да еще 4/13. Мы получили смешанное число 3,17. Отнимем от данного числа 9/13. B равно 3 минус 0 будет 3,17 минус 9/13, получим 8/13. Таким образом, b у нас равно 3,8. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.